перевернуть с ног на голову целую общеобразовательную школу. Отмену уроков, внеплановые каникулы и мастер-класс игроков Рубина. Магомед Аздоев, Игорь Портнягин и очень-очень много школьников. И мне уже не терпится посмотреть, что же из этого получится. Надеюсь, и вам тоже, поэтому поехали! Когда мне в актовом зале вчера сказали, что к нам приедет Рубин, я очень обрадовался. Надеюсь, сегодня вместе получим удовольствие от нашего мероприятия. Я сам учился в такой же школе, как это, ну, не была не гимназия, но у нас был такой же спортзал, и всегда приятно приходить и вспоминать те же времена. Я за тебя, давай! На! Интересно, так что помогают ребята, команда сотрудничает на время! Давайте познакомимся! Ну, мы шли и знали, что у нас сегодня физра. Обычно мальчика только приглашают, а у нас физра сейчас, и мы тоже пришли. Нам вообще повезло. Да, мы вообще везучие. Восьмой. Да. Я тоже, когда маленький был, также ходил там за футболистами, просил у них автографы там на руке везде расписаться. Ну, это было как бы счастье, когда видишь людей, которые твои кумиры, там, ты тоже пропитываешься какой-то частичкой веры во что-то лучшее.